Приехали с вас 700 рублей. Ага, спасибо большое. Вот, до свидания. И оцените, пожалуйста, поездку. А, да без проблем. Вообще четкая поездка была. Но я бы что-то машину занизил, а так все нормально. Да не, вы не поняли. Оценку поставьте. Странно, конечно, это все. Ну ладно, давай дневник. Ручка есть? Да нет. Если вам понравилась поездка, то это 5 звезд. Ого! Нифига себе у вас традиции здесь в Москве. Ладно. Это хороший дагестанский. Я-то его брату привозил. Ну, раз у вас так принято, надо, жди. Теперь понятно, почему у вас здесь в Москве все на метро ездят. Где здесь гастроном? Поехали, за 200 докину. Не, я пешком.